Белка не хочет из баночки есть. Она говорит, а я же, говорит, видела, у тебя орешки в ладошке, говорит, видела. Я буквально ее носом ткнул туда. Она никак не хотела. Дело в том, что она на ладонь не хочет садиться только одной ножкой. Дай. Да, говорит, одной ножкой сяду, говорит, посижу. Нет, дело в том, что она против солнца. Мне здесь неудобно сидеть. Я хотел ее пересадить на деревянную кормушку. Она говорит, я не пойду. А я, говорит, не пойду. Не пойду, говорит. Не пойду. У тебя хвост. У тебя ухи, смотри, у тебя. Давай, садись, давай. Нет, говорит, не сяду. Тут еще одна белка прибежала. Он, который сидит. Я ее... Это кто такой поет? Ну-ка. Это, по-моему, синица так поет. Злодейски. Той белке я положил на кормушку орехи. Кедровые. А она, говорит, я не буду, говорит. Я, говорит, буду грецкий орех, который лежит вон там под крышкой. Взяла и выдернула его. Вот такую штуку я видел, как собака съела. Шарик. Что-то у меня... Это я что-то не пойму, что это такое. Это кто-то повесил. Это что такое вообще? Злодей. Видел, как такую штуку сорвала собака. Мне эта штука здесь не нужна. Не потому, что там что-то такое, а потому что собака может дернуть ее. И мне это все полетит. Я имею в виду собака, большая черная собака, которая тут бегает, без хозяина, без всего. Подбежала, я видел, и сорвала такую штуку. Дай, солнце. Прибежала, я, говорит, поел орешков, говорит. Она съела орех сейчас, а та убежала, по-моему. Белка. Они меня удивляют. Я удивляю. Удивляют. Вот. Правильная белка. Садится на ладошку сразу. Эту штуку я срежу. Пусть не обижается там, кто повесил ее. Но мне такая штука не нужна. Если бы где-нибудь отдельно повесили ее. Просто пробежит большая собака и сдернет ее. И возможно, с кормушкой вместе. А мне это не нужно. Что-то мне это неинтересно. Тут рядом деревья, надо было там вешать где-то. Полно деревьев. Я сейчас ее срежу, эту штуку. Злодейскую. Злодейка какая, а? Тут где-то дерево рядом есть. Вон там дерево. Среди этих деревьев какое-то есть пустое дерево. Дятел любит прилетать к нему и стучать клювом, и оно очень резонирует. Звук такой необычный. Я когда первый раз услышал, не понял, что происходит вообще. Вообще дятлы любят такие предметы, которые звуки непонятные. Вот они любят. Раньше тут старые фонари висели, не знаю, сейчас они будут стучать. Короче, по железным фонарям они дуплами били. Это у них, по-моему, какой-то брачный ритуал. Стучать, чтобы их слышали издалека. Я к тому, что сейчас он стучит, дятел где-то там сидит и стучит по этому стволу дерева, которое резонирует.
Не знаю, слышно это, а не слышно. Белка, ты смотри, сладенько. Не хочу, говорит, смотреть. Ты смотри, сколько орешков здесь. А? Смотри, сколько орешков лежит. Давай. Вот, вот. Злодейка какая. Голуби. Голубей я сейчас прогнал, они все прилетели обратно. Дай. А ты гладиться не даешь, да? Я, говорит, даю. А что, говорит, почему не... Почему бы не дать бы? Не дать бы. Соц. Ух. Ну ладно. Белочка. Хвост. Хвост шикарный у ней. Сама вес у ней для... Это мальчик, по-моему. Для мальчика хороший вес. Шерстка блестит на солнце. Молодец, молодец, белочка. И это у нас сейчас весна. Прошу напомнить. Весна, то есть в конце весны, они в начале весны они не голодные, не ободранные никакие, не худые совершенно, они вон как отлично выглядят, аж лоснятся, молодцы какие. Молодцы. Молодец-то какая-то, ух. Шерстка лоснится, вот здесь вот видно, на солнышке играет, молодец какая. Ну ладно, все, такая зарисовка с белкой. Злодейской. Подожди, а ты морковку будешь, нет? Морковку будешь? Смотри, какая вещь. Какая вещь. Буду. Вещь эту. Побежали, говорит, мы. Села, да. Но это неправильно, кстати. Надо было перед камерой съесть. Есть морковку, да. Белкам клетчатка нужна в конце. В начале весны. Пока листьев нету, почек нет никаких. Бежит, кстати, еще одна белка там. Я смотрю. Вот она побежала, говорит, я. Бегу, говорит, бегу. А то, говорит, сейчас все орехи сидят без меня. Это же неправильно. Она спугнула другую белку с морковкой. Да, молодец какая. Ну и чего? Прибежала. Смотри, тут орешки лежат, смотри. Иди сюда, смотри, орешки. Орешки? Да, ну, нет, говорит, эти орешки. Надо срезать сейчас эту штуку будет. Не нужна она. Не, вещь, наверное, хорошая, но тут она не нужна. Просто опасная. Опасная для моих кормушек. Будет собак привлекать, это мне не надо. Сам лично видел? Видел. Как собака подбежала, и снизу ее вот так вот и дернула вниз. Боюсь, она вместе с кормушкой сдернет все это дело. Ну все,